Доброго здоровья всем. Вот, дождь и сильный ветер положили у меня немного табака. Вот такой, где-то что там, 1/5 часть завалили, короче, табак. Вот в этот прогал как раз ветер раз. Так что табак лучше сажать, наверное, рядом. Видите? Блин, его или подвязывать надо. Корневая у него близко к земле, так. Так получается, что валит его сильный ветер. Вот. Все, вот он лежит. Полеживает. А я тут переживаю. Видите, уже вчера положила, а сегодня уже ему пофиг, короче, раз. И вверх пошел. То есть сам себя не поднимает, а по солнцу. Вот. Видите, загибается уже. Живучий. Вот это кентукки. Тоже вот. Видите, тоже раз и выпрямился, короче. Выпрямляется только верхушечка, но не само растение. Вот. Кое-что, наверное, подвяжу, может быть. Надо уже собирать опять. Все, быстро не успеваю делать. Копаю канализацию. Так что садите где-нибудь под прикрытием, если у вас сильные ветра. Всего доброго.